некоторая статистика недоступна. Сейчас можешь перевернуть, показать, что там получилось с обратной стороны. Так, получилось, что мы прикрутили герб. Сейчас мы прикрутим еще слово «паспорт» и «Российской Федерации». С обратной стороны еще покажи, как надо. Все, можешь ставить на пресс. Так, 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 так. Пресс у нас ГМТ-210. Сейчас мы на него поставим клише и будем теснить на разных кусках кожи. Так, давай пробуем сначала без фольги делать. Без фольги. Так, положили. Воткнули. Опа, приклеилась опять. Получился вот такой оттиск. Это у нас без фольги. Давай то же самое, только с фольгой. Так. Угу. Вот такой оттиск у нас получился с фольги. Так, теперь давай опять с фольгой вот эту синюю, да. И синюю фольгу положим. Угу. Даем. Получился вот такой оттиск. Синяя кожа и синяя фольга. На любителя. Мне нравится. Так, светлая кожа и серебряная фольга. Даем. Тоже получилось шикарно. Светлая кожа, серебряная фольга. Так. Вот они, замечательные оттиски. Сейчас будем делать без фольги еще теснить. Вот этот вот кусочек у нас есть красной кожи. Надо уменьшить. И подольше подержи так немножко. Температура 140 градусов. Пресс, я не помню, говорил, нет, ГМТ-210. Мы его делаем сами. Так, вот оттиск без фольги. И еще один оттиск без фольги сделаем. Темная кожа. На ней будет эффект немножко, возможно, хуже, чем на красной, но посмотрим. Мне кажется, еще лучше продавить поглубже. Процесс стеснения можно добавлять давление, то есть надавили, чувствуем, что мало. Взяли, добавили, еще раз надавили. Поднимаем. Так. Ну вот так получилось на темной коже. Так, вот они все наши оттиски. С фольгой. Без фольги. Вот на этом прессе. Клише из латуни. Набор для паспорта РФ. Всем пока!